Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Ванам Мануха Ванча Калпатурувасча Кипасинду Вивача Патитанам павани бхавишнавибхьо намо намах мукхам кароти вачалам пангум ланхайте гирим ят кипатамахам ванде парамананда мадавам Бриндавай тулсидеббай пиявай кешава сача Кришна бхакти паде деви саттваттвай намо намах Нараяна намаскритта наром чайва нароттамам Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мудира Шанкиртане Кришна Катху Падеши Гаурия Патрашча Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Варанья Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Витатихам Панатапал Бхабадипутам Банде Махапурусате Чарана Рабиндам Джатпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджиту Кимапигаво Душвадарши Пурнану Рагара Сасагара Сармурти Сарадикамай Кадан Кипам Куруси Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka badato, Sankirtanu kapitaru kamala yatakshu, Vishambarau dijavarau yugadharma palau, Bande jagat priyakaru. Каруна Бхатару, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодату. Шанкиртанай капитару камала йотакшо Вишамбарау дижаварау джугадхарма палау Банде жагат приякару Каруна бхатару Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктим Ча Муктим Ча Тата Синитам Бхаванурупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пахарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджусва Бадани Лакшмир Джасша Чабхакшаши Ясьясте хидая самбит, твам нишинга махам бхаже, Харе Кришна,
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare. Amnaya prahutatyam harimiha sarva saktim rasadhim, tad bingnangshangsh jivano prakritikabalitano tad bimuttangsh bhavad, Bheda Bheda Sakalamopi Harehe Svadhanam Sutta Bhaktim Shadho Tat Priti Meva Iti Upadeshati Gaura Chanda Swayam Sa Gauriya Goshtibhati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagat Guru told that actually those who are elevated devotees, those who are elevated personalities, they become an object of attack of people. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru used to tell, used to say, that those who are exalted personality, Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, говорил, что возвышенные преданные часто становятся объектами нападок обычных людей, поскольку обычные люди не могут потерпеть их высокое положение, их уровень, их личность, необычные качества, поэтому они завидуют и пытаются как-то напасть в этом. Это часто происходит так, и поэтому Шрила Прабхупада говорит, что эти возвышенные души, они часто становятся объектами нападок обычных людей. Те, кто чистые, преданные подлинные ачарьи, и вот эти ачарьи, они посланы Верховным Господом, чтобы решить все проблемы здесь, чтобы спасти обусловленных душ. И вот они всегда говорят об абсолютной истине. И они думают, как помочь людям, как Шрила Прабхупада. Он выпускал журналы, делал выставки, говорил харикатху и множество других вещей делал, чтобы помочь обусловленным душам, чтобы спасти их от неминуемой смерти. И вот, и естественно, что те, кто завидует Гуру Вайшнава и Бхагавану, они всегда пытаются как-то помешать их в их миссии. И как я уже говорил, когда Шрила Прабхупада был приглашен царем Махинда Чандры, он отправился туда, чтобы говорить харикатху, но после того, как он говорил всего лишь 5 минут, сахаджи начали возмущаться, что хватит, прекратить, и Шрила Прабхупада прекратил говорить харикатху и пошел в свой баджан-кутир. И он также перестал есть и пить, поскольку таково правило, если Гуру Вайшнавы не могут ничего сделать вам, для вас, я имею в виду, если вы не готовы принять то, что они делают для вас, то тогда Гуру Вайшнавы тоже ничего не примут от вас. Поскольку те падшие души, если я не смогу спасти их, дать им что-то настоящее, то нет права, чтобы принимать от них, принимать пожертвования от обусловленных душ. Если кто-то это делает, это может стать причиной его падения. То есть, если кто-то под видом ачарьи берет что-то у кого-то, но не может дать им какое-то духовное благо, то это станет причиной их падения.
это послание обусловлено душам Шрилы Прабхупад не говорит. Он это не значит, что такие великие души, как Шрила Прабхупад, он пойдет, если что-то возьмет, то обусловлен душ нет. Это относится к обычным людям. Можно часто видеть, что они одержимы жадностью, жаждой славы. И вот это относительно таких людей. Мы должны понять это. И на самом деле Шрила Прабхупад говорит, что те, кто чистые ачарьи, подлинные ачарьи, они никогда не идут ни на какие компромиссы с сахаджиями и всякими демонами, ракшасами. Они не идут на компромиссы, поскольку компромисс значит саду. И компромисс значит что-то взять плохое у кого-то и отдать что-то хорошее ему. Это значит компромисс, поэтому подлинные саду никогда не идут ни на какие компромиссы. И вот компромисс невозможен на пути чистого баджана. Гуру Вайшнавы никогда не идут ни на какие компромиссы. И вот хотя весь мир может выступать против каких-то саду, не принимать их учения, препятствовать всячески, но все же такие саду не прекращают говорить об абсолютной истине. Это их обет, это их решимость, это их цель. Если в истории Харибаджана посмотреть, то Рамануджачари, он попал в большую проблему Вишну с вами. Также он тоже был в такой проблеме. Нимбаркачари, Рамануджачари, их пытались отравить. Под именем Чаринамриты давали какую-то гадость, но по милости Бхагавана он был спасен. И таким образом наш Мадхвачарья тоже был в такой проблеме, кто нет. Тут почти все, многие ачарьи в этом творении, те, кто родились в этом мире, они постоянно встречались с множеством проблем. Почему? Они не были врагами, они чьими-то, они просто говорили об абсолютной истине, поэтому было множество недовольных. Рамануджачарья тоже был такой проблеме, но для него это не была проблема. Мы можем подумать, что Шрила Прабхупад испытывал какие-то проблемы или Бхактивинода Тхакур, но если мы подумаем с холодной головой, то поймем, что Гуру Вайшнавы это не какие-то материальные люди, сделанные из плоти и крови. Люди демонического склада ума не могут даже увидеть их по-настоящему, не то что что-то сделать плохое, как Равана. Он хотел убить Раму, он хотел похитить Ситу. Но когда Махапрабху был в Южной Индии, он увидел, что какой-то этот Рамананди, тот, кто совершает баджан Раме, очень беспокоился и горевал о том, что Равана похитил Ситу, и Махапрабху сказал, не беспокойся, поскольку Раван не мог даже видеть Ситу. Сита — это Чит-Шакти и Антаранга-Шакти. Как какой-то демон мог похитить ее? И вот там из Курма-Пурана Махапрабху, он привел свидетельство и показал этому браману, смотри. Равана он смог похитить только тень Ситы, не настоящую Ситу. И что же говорить о похищении этой Ситы, если он ее даже не видел? И кто может напасть на Шрилу Прабхупаду, если они даже не могут видеть, кто такой Шрила Прабхупада? Рамачандра Пури не может видеть Мадхавендра Пури. Внешне он может заявлять, что он ученик Мадхавендра Пури, но по сути он
не может даже видеть его, у него нет связи с Гурудевом, нет самбандхагьяны, нет дикши. Если есть какая-то дикша, то почему он говорит так? Почему он дает советы Гурудеву? И таким образом мы видим, что трансцендентная Гуру Вайшнава Бхагаван, хотя внешне мы можем найти, что они могут стать объектами чьих-то нападок, но все же мы знаем наверняка, что это невозможно. Никто не может напасть на них. И вот они идут вперед. Они идут вперед с их миссией. И вот все ачарьи, кто нет, те, кто хотят говорить об абсолютной истине, те, кто несут послание Галоки, они практически всегда становятся объектами нападок каких-то материальных людей, как Римиканта хотел выколоть глаза Рамануджа ачарья. Он возмущался, что тот не принимает, что Шанкар Бхагаван и все и вся. И вот Кримикант так хотел выколоть глаза Куреша, поскольку Куреш, он хотел. И вот этот Куреш вместо Рамануджа ачарьи пошел туда, куда пригласили Рамануджа ачарью, представился Рамануджа ачарью, оделся в его одежду. И вот они начали спорить. Куреш был победителем в этом споре, а Кримиканта проигравшим. И вот, чтобы отомстить ему, ему выкололи глаза. Но все же наш Куреш не был готов принять неправильную сиддханту. Наш Рамануджа ачарья не был готов принять неправильную сиддханту. Вот Махараджа раньше объяснял эту шлоку Капьясана во время хода Рамануджа ачарья. И там Ядава ачарья хотел убить, поскольку Ядава ачарья день за днем обнаружил, что этот мальчик очень велик, он вскоре может уничтожить всю Майваду, поэтому лучше убить его заранее. Вот Мадвачарья, он попал в такую проблему, и вот все. Бхактивинода Тхакура обычно говорил, я дальше могу с этой сиддхантой продвигаться. И вот можно вспомнить Прахлад Махарадж, он был очень хорошо вел себя перед Хираньякашипу, как обычный ребенок, но в тот день, когда он начал говорить об абсолютной истине, с этого времени Хираньякашипу понял, что он его враг, а не сын. Смотрите, это было в Сатья-йоге. Это было очень отличная йога, очень изысканная, очень прекрасная. И там Раджа и Тамагуна практически не было. Сатья-йога — такое великолепное время. И смотрите, даже в то время Хираньякашипу, он пытался всячески помешать Прохладу, который был его сыном, а не кем-то посторонним, потому что он говорил об абсолютной истине. И поэтому не нужно пытаться присоединиться к какой-то миссии определенной. Нужно видеть Гуру Таттву одно, единое, неделимое. Мы должны видеть Гуру Дева в Чилакеша, Госвами Махараджа, Бхакти Прамодпури, Госвами Махараджа, и тогда наш Гуру Даршан будет совершенный. А какой-то дешевый эго мы должны избавиться от него, от этого дешевого эго, иначе мы не сможем совершать баджан никогда. И вот в тот день
когда Прохлад Махарадж хотел выразить абсолютный сиддханту, и с тех пор он стал объектом нападок своего отца. Он сказал ему: «Кто тебя научил этому? Признавайся, по чьей милости ты смеешь так вести себя со мной?» И Прохлад ответил: «Та сила, благодаря которой ты жив, благодаря которой существует весь мир, та сила, благодаря которой ты наслаждаешься своим царством, и благодаря той же силе я говорю так». И Хиранья-Кашипу сказал: «Хватит, убить его». И вот он приказал своим этим приспешникам, демонам, вот они пытались убить его трезубцем, но не получалось. Если вы видите Прохлад Махараджа, будете плакать. Он очень прекрасный, преданный. Если вы увидите, вы захотите взять его к себе на руки, поцеловать. Но этот Прохлад Махарадж стал объектом нападок Хиранья-Кашипу. Это называется пратиштха. Я хочу связать эту ситуацию с текущей ситуацией. Почему люди думают, что Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад их враг? Почему не думают, что Шрила Кешава Махарадж и Шридхара Махарадж — это их враг, или я их враг? Я их лучший друг. Но они не могут обнаружить. И вот пратиштха — это такое желание славы. Иногда можно видеть, что сын может ради славы убить своего отца, или жена может отравить мужа. Даже в материальном мире можно видеть множество таких примеров. Не надо идти далеко. Куда-то в духовной области, даже в материальных, можно такое видеть. И вот можно в случае Махараджи видел какой-то знаменитый человек был, не духовный, просто материальный знаменитый. И вот пратиштха — это то, что может опустить нас на ниже, чем уровень животного. Лабхапуджи пратиштха — это то, что может опустить нас ниже уровня животного. Мы знаем какие-то писания, кто-то может и злоупотреблять этим. И поэтому человек Кешава Госвами Махарадж говорил, что те, кто демоны, они могут злоупотреблять писаниями. Я могу открыть Бхагаватам и показать Хираньякшу, например. Он был убит, а Хиранья-Кашипу он давал так духовные наставления своим родственникам, которые выглядели духовными. Он утешал свою мать и жен своего брата, который был убит Варахой. Он говорил: «О, мать, жизнь, она не вечна, не стабильна. Пытайтесь понять, что жизнь не вечна. Зачем вы так горюете о своем сыне?» Хотя он давал другим наставления, что жизнь не вечна, но сам он этого не понимал. По крайней мере, вел себя так, как будто не знает об этом. Если кого-то приговорили к смерти через повешение в 5 утра следующего дня, то такой человек. Если адвокат спросит: «Что вы хотите? Каково ваше последнее желание? Что вы скажете?» Если вот что же делать? Каковы желания будут последние? Люди обычно уже ничего не хотят в таком положении, когда они понимают, что жизнь не вечна, что им осталось жить совсем мало, то
совсем другое происходит. И вот прежде чем давать наставление другим о том, что в жизни вечно, нужно самим осознать это. И вот Хиранья-Кашипу давал наставление: «О, мать, жизнь не вечна. Ты, я и все остальное, но мы все оставим этот материальный мир». И вот Кешава Госвами Махараджи, Шрила Прабхупад, они все говорили, что демоны, они тоже могут цитировать Писание. Но что из этого? Это не харикатха. Глупые люди, они иногда прыгают в огонь. Я хочу спасти их. Но кто хочет слышать это? Демоны, они тоже цитируют Писание. Но что из этого? Это нельзя сказать, что это харикатха. Перед тем, как слушать харикатху, мы должны понять все признаки Хари Гуру Вайшнав. Перед тем, как слушать харикатху от кого-то, почему не попытаемся понять, что мы Вайшнавы, поскольку мы не искренни. Если мы были бы искренни, то мы бы искали авторитетный, подлинный источник. Шрила Прабхупад говорит: «Я могу предаться лотосным стопам такого гуру, который может дать мне подлинное, стопроцентное, несомненное благо». И вот почему мы стремимся к лапхе, пудже, пратиште, каким-то мелочным материальным вещам. Даже я не хочу говорить о себе как ученик Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, поскольку это подобно саморекламе. А что я ученик такого великого саду, а вы должны уважать меня. Зачем я должен говорить об этом? И какого сиддханта, каков ачарон, каков наш характер? Что? И каков признак подлинного саньяси? Люди, они стремятся к лапхе, пудже, пратиште, хотят поддержать свое такой негативный фактор, который есть вокруг этого материального мира, и что я могу сделать для них? Мне ничего сделать для них. Моя обязанность говорить об абсолютной истине, абсолютным образом. Иначе я не могу давить на вас. И таким образом Хиранья-Кашипу, он цитировал Писание, но не был, он не утвердился в шастрах. Чистые преданные говорят, что все правила и предписания. И вот они говорят, что все предписания Писаний, они для меня. Не то, что как некоторые люди дают наставления другим, но сами не следуют им. И вот чистые преданные, шутя, говорят, что все правила и предписания шастр, они применимы для моей жизни. Это зависит от нас. Сможем ли мы это принять или нет? Люди, если они чувствуют влечение, то это значит, что тот ачарья имеет множество учеников по всему миру. То есть кто-то выбирает гуру по количеству учеников, построенных храмов, денег, банки и прочих материальных вещей. Но это не то, чем можно измерить качество ачарья, духовное качество. Поэтому много раз я говорил, что во всем мире мы должны говорить о сиддханте, о том, кто такие гуру вайшнавы, кто такие ачарьи. Мы должны говорить об этом. Если мы хотим защитить эту Гауди Сампрадаю, но она уже защищена
Гаурангия Махапрабху, но все же, если мы хотим распространить учение Шри Чайтаньи Махапрабху, я имею в виду, если вы хотите распространить учение Шрилы Бхактивинода Такура, если вы хотите распространить учение Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханта Сарасвати, то мы должны прыгнуть в этот океан служения, и тогда мы обретем огромное благословение сверху. Это наше служение. И вот Прохлад Махарадж пытались отравить. Его пытались сжечь в огне. Его скинули в океан. Сначала пытались убить каким-то оружием, но забыли, что Прохлад Махарадж — это не какое-то материальное тело, как я вот говорил, о чистых ачарьях, они не какое-то материальное тело, как мы. И вот они хотели убить этим каким-то оружием, но забыли, что Прохлад Махарадж — он не материальное тело. И вот они вроде проткнули. Но они видели, что вроде его проткнули каким-то оружием, но Прохлад Махарадж никакого вреда не получил, он просто смеялся. Поскольку Сат-Чит-Ананда, мы должны связать все это с Сат-Чит-Ананда, никакой Бхагаван, он Сат-Чит-Ананда предан, они тоже Сат-Чит-Ананда. Они не сделаны из плоти и крови. И вот они забывают, что Сат-Чит-Ананда, мой Прохлад, Прохлад, он, имя Прохлада Махараджа. Оно само по себе открывает мистерию. Прохлад Махарадж значит про. Состоит из двух слогов. Про значит абсолютный охлад, ананда, блаженство. Его значение имени Прохлад значит про плюс хлад. Хлад значит ананда. И вот про значит абсолютная ананда, не какая-то материальная радость. А Прохлад Махарадж — это олицетворение абсолютного блаженства. И как мы можем уничтожить его? Мы не можем убить Нитянанду. Кто такой Нитянанда? Нитянанда значит вечное блаженство, вечная радость, бесконечная радость. Нитянанда — это источник бесконечного блаженства, ананда. И кто может убить Нитянанду? Джагай Мадхай. Они, чтобы распространить славу Нитянанды, они попытались его убить. И Нитянанда, он не сделан из плоти и крови. Бхагаван Шри Кришна, он не сделан из плоти и крови. Гуранга Махапрабху тоже. Но все же это по воле Йога Майи произошло, чтобы одурачить нас. И вот Нитянанда все равно сказал: вы хотели убить меня, но все же я хочу спасти вас. Нитянанда, он не сделан из плоти крови, хотя внешняя вода кровь пошла из его головы, но только для того, чтобы одурачить таких материалистических людей. И вот сейчас я хочу рассказать о славе великого Пунапраги Мадвачариджи. Великого Мадвачари. Почему он велик? У нас есть связь с Мадвачари. Махапрабху хотел показать нам и в Парикрамаканде. В Наваде Парикраме мы находим, что Бхактивинода Такура из различных шастр. Кто нет? Каждый. Не Бхакачари, Мадвачари, Вишну с вами. Рамануджа Джачарья, даже Шанкарачарья, Чатушван,
Саптариши, Семриши. Они все пришли. Кто нет, каждый пришел в Навадхиму достаточно давно. Они пришли. Мадхвачари тоже пришел. Бхагатраджа Риши, кто нет. Вопрос, кто пришел, он неправильный. Правильнее спросить, кого тут не было, поскольку все приходили в Навадхиму, поскольку Навадхипа — это вечная дама, она не. И нельзя найти Навадхипу на карте Индии. Но все же мы можем найти, что здесь на Надия, там Навадхипа. Но все же это не часть Индии. Она слегка привязана, висит на милости Нитьянанды Баларама. Сама дама — это источник вечности. Завтра вечером Махарадж начнет говорить о славе даме, что такие дамы, что такое, кто такая, что такое дама, кто такие преданные о парикраме. И вот И вот такие образы в этой шлоке можно найти. И вот это долгое Сиддханта подобно океану. Я попытаюсь кратко рассказать суть об этом. И вот Мадхвачарья, мы имеем прямую связь с Мадхвачарьей. Когда Мадхвачарья пришел сюда, Мадхвачарья, он не отличен от Ханумана, от Бхимасена. И Хануман, он Мукхавая Аватара. И вот различные. Есть пять различных видов ваю. Воздух, не совсем воздух, но это воздушные потоки, которые поддерживают наше тело ваю на санскрите. На устном, как не помню, как сказать, ну что-то вроде потоков. И вот различные виды воздуха
В теле они так или иначе функционируют, но главный из них — Мукшавая, благодаря которому мы живем. Мукшавая — главный из этих воздушных потоков, и он — олицетворение Ханумана. Хануман — он олицетворение главного Ваю. И Бхима-сын, он также, он тоже его аватар, и Мадхвачарья. И так или иначе, Мадхвачарья, он родился в этом материальном мире по желанию Верховного Господа. И как мы знаем, однажды один преданный, он залез на храм Ананта, Анантачари, на храм Ананта этого. И вот по милости, и вот как-то так случилось, что этот преданный залез на храм Анантешвара. Хотя этот храм был подобен храму Джаганнатха. Сложно достаточно туда забраться, и он танцевал там. И вот он танцевал на верхушке этого храма. Хоть этот не то, что танцевать на таком, на такой высоте и на такой малой площади. Туда залезть крайне сложно. И он начал кричать оттуда: «О, люди, слушайте прекрасную новость. Я услышал ее с небес, что один преданный Анантешвара, Анантадева, он вскоре родится, явится в этом мире. Вы можете вы обретете великое благо в виде его. But that, you know, devotee speaking, try to enjoy yourself. A great, you know, auspicious moment coming very shortly. One great devotee of Bhagavan messenger coming to deliver us all. Really? Everybody become ready. And from then onward, after this announcement, вот он сообщил, что великий преданный скоро явится, и ситуация стала очень такой благоприятной, чистой. Никто не хотел совершать никакие грехи. И Мадхвачарья вскоре родился рядом с Анантешвара мандиром, чуть подаль. И имя этого места, название этого места — Паджакшетра. Это в Южной Индии. И вот он родился там. Мадхвачарья, когда родился, все благоприятные симптомы можно было видеть. Было достаточно дождя, все злаки росли должным образом, все люди чувствовали себя прекрасно, и все вот это вот. Окружающая обстановка, она гармонизировалась. Его отец был Нараян Бхатта. А мать звали Ведвати. И вот когда этот ребенок родился, вся эта окружающая обстановка, она стала очень прекрасной. И все, видя этого мальчика, были очень удивлены. Он был очень здоров, очень прекрасен, золотого цвета.
И вот люди. И все его действия были необычны. И после рождения один чистый браман, он пожертвовал корову Нарайан Бхатте. Почему? Неизвестно почему. Какой-то браман пришел, сказал, что хочу ему подарить корову для этого ребенка, чтобы он пил достаточно молока. Мадхвачарья мог пить молоко. Он мог выпить 32 этих горшка за раз. 400 бананов. Мог съесть 400 бананов, поскольку он Вайаватар мог такое огромное количество еды есть. Он как он, поскольку он аватар этого Вая Бимасена, поэтому и какие-то их качества в нем проявлялись, и вот он рос. Он очень любил коров. Почему? Никто не знает. Он брал хвост коровы и бегал за ним, за коровой. Корова, когда бежала на поле, чтобы поесть травы, он тоже шел с этими коровами. Родители беспокоились, не знали, куда он пропал. Думали, что все уже пропал совсем, но потом он приходил. Вот родители тем временем плакали, рыдали, куда такого пропало, этот с их ребенок пропал, и один фермер спросил, чего ж вы плачете, я вот видел вашего мальчика там в лесу, он схватил хвост коровы и танцевал, так прекрасно. Если увидите этот танец, вы будете очень удивлены. Действительно. И Мадхвачарья вернулся, его имя было Васудев, поскольку все признаки, показанные, которые явлены были этим мальчиком, они были очень великолепны, поэтому отец Нарайан Бхатта мог понять, что он необычный человек. Он преданный Васудева. Его имя, его назвали также Васудева. Однажды отец и мать, они пошли на какую-то свадьбу каких-то родственников, но этот мальчик пропал. Этим он хотел показать, что эта церемония не совсем церемония. В общем, он ушел в храм Анантешвара. С этой свадьбы его искали, куда пропал. В итоге подумали, может, в лесу какие-то шакалы его утащили, или леопарды, или еще кто-то. И в итоге отец этого Мадхвачарья искал и увидел, что
отпечатки его стоп куда-то ведут. Они пошли за этим, по его следам. И вот так они дошли до храма Анантесвара и обнаружили, что он там танцует со всеми преданными. Отец обнаружил, что его там, он обрадовался, обнял его, спросил, как ты тут оказался, очень, очень далеко. Этот мальчик сказал, если Бхагаван помогает мне, то нет ничего невозможного. Отец был удивлен, что такой ребенок 3-4 лет такие хорошие вещи говорит. Вот он взял его на руки, поцеловал. И Мадхвачарья этим действием хотел показать, что все материальные церемонии, они бесполезны. Поэтому отправился в храм Анантисвара и... И вот потом они пошли, чтобы предложить сына лотосным стопам Анантесвара. И тем временем, когда жена пришла, уже было поздно, там лес был по дороге, и там какой-то призрак вселился в какого-то человека, тот стал бесноватым, начал харкать кровью. И этот привидение сказала, я смог войти в этого человека, поскольку тот не... Поскольку тот не поддерживает этого Рамануджачарью, а те, кто поддерживает его, любят, уважают, то я не смогу причинить никакого вреда им. И в итоге этот человек, его какую-то комнату поместили, этот Мадхвачарья что-то сделал ему, и этот бес вышел из него. А тот человек жив остался благодаря Васудеве. В общем, и так этого привидения освободили, человек жив остался. И такие, множество таких необычных вещей происходило с ним. Однажды Мадхвачарью послали в Гурукулу. Я кратко расскажу, поскольку времени у нас мало. И Мадхвачарья был отправлен в Гурукулу. И там Мадхвачарья читал Веды, Веданту. И учитель был очень счастлив с этим мальчиком, но однажды сказал, что ты не читаешь правильно, ты весь день куда-то играешь с детьми. Ты зачем сюда пришел? Для того, чтобы учиться или чтобы играть? И вот тогда он сказал: «О Гурудев, простите меня, вы учите меня, я все учу. Но поскольку уроки ваши простые, слишком домашнее задание тоже не стоит того, чтобы ему время уделять. Я все это учу и запоминаю. Поэтому у меня много свободного времени остается, я играю. Что ты говоришь, и вот можете проверить, задать какие-то вопросы, я на все отвечу по вашему учению». И вот этот учитель был удивлен, что действительно
Он знает не только то, что, чему я его научил, а также то, чему еще не учил. И вот его учитель был удивлен. Насколько он разумен, может, у него такая великолепная память, запомнил все, чему я его учил, и с тех пор он стал очень осторожен. Он понял, что тут не какой-то обычный ребенок, должен быть посланником Верховного Господа. Он начал изучать Веду-Веданту, и ему в то время было около 8 лет в то время. Правило было, что дети должны учиться в Гурукуле. И в итоге что случилось? И вот его отец работал в поле, что-то делал там, и Мадхвачарья взял сухую палку, и сказал отцу: «О, отец, я скоро вернусь с Гурукулы». Сейчас я должен разрушить всю Майваду Сиддханту. И его отец Наран Бхатта посмотрел на него и сказал: «Что ты говоришь? Ты можешь разрушить Майваду, если это возможно, что эта сухая палка станет большим деревом, то тогда я поверю тебе. И Мадхвачарья взял эту палку, воткнул ее в землю и сказал: «Отец, смотри, действительно из этой палки за очень короткое время выросло огромное баньяновое дерево». И Наран Бхатта сказал: «Да, теперь я верю, что ты можешь опровергнуть Майваду. Я думаю, что ты посланник самого Бхагавана». И после этого другой ребенок родился у них. И вот Мадхвачарья сказал, что вот у вас родился еще один сын, он может позаботиться о вас, и я приму саньясу. Как в случае с Махапрабху, его старший брат тоже ушел, принял саньясу. Потом Махапрабху тоже принял саньясу. И вот Мадхвачарья, он был очень рад, что у него родился брат. Это очень хорошо для него, поскольку можно саньясу принять, а его брат позаботится о родителях. И вот он попросил благословения родителей. И однажды, это долгая история достаточно, и вот все знание парампары. Внешне можно видеть какое-то необычное что-то. Мадхвачарья получил посвящение от Ясодева. Почему? Поскольку тот отправился в Бадинарайн, это после этого было. И вот он отправился в Бадинарайн, но когда он был в Бадинарайне, он отправился со своими учениками, хотя он сказал им, чтобы они не шли за ним, оставались.
какие-то все равно после этого я говорил, чтобы вот не ходили за ним, но в итоге он пошел один с пустыми руками в Ясагуфу, в пещеру Ясадева, явился там, обнял его, дал ему учение, все учения, Вишуда Сиддханты, Ачинтья Беда Татву. И Мадхвачарья, он получил указание от Вьясадева. Тот сказал ему, чтобы он опубликовал все комментарии к Веде, к Веданте, к Махабхарате. На самом деле, Васудев однажды обнаружил обнаружил какого-то необычного человека, имя Махараджа, забыл к нему, забыл имя, в общем, Ананда Тиртха или как-то так. В общем, потом его назвали Ананда Тиртхой. Мадхвачарья Ананда Тиртха, he was given this name, and he took sannyas from there. И вот он получил саньясу позже. Аччюта Прекха, now I remember. Аччюта Прекха его звали. Аччюта Прекха. He took sannyas from him. И вот он получил саньясу от него. Аччюта Прекха, он хотел проверить своего ученика, и потом он понял, что тот необычный человек. И вот Аччюта Прекха хотел научить его чему-то, но Мадхвачарья в его учении обнаружил 42 недостатка относительно чистой Сиддханты, и Аччюта Прекха разгневался. И тогда они начали спорить, и Мадхвачарья объяснил все. Аччюта Прекха сказал, что если у тебя есть какой-то если у тебя есть такое представление прекрасное об этом субъекте, то почему бы тебе не написать комментарий ко всему этому? И вот он написал комментарий к Махабхарате, и не один раз. Мадхвачарья. Один комментарий написать не так сложно. Мадхвачарья написал 10 комментариев, и все разные, со своими особенностями. Я слышал, много раз написал комментарии на Махабхарату, на Упанишады. Они все великолепны, эти комментарии. Какие-то майявади. Пришли, они думали, что они великие личности. Бодхисагара его звали. Он был очень ученый в майявадском поле. Он хотел бросить вызов Мадхвачарье. И вот они сели рядом, начали спорить, и Махапрабху. И вот и Мадхвачарья опроверг все его утверждения. Однажды в Варанаси на одном гате, и там тоже один майявади пытался опровергнуть Сиддханту майявади, Сиддханту Мадхвачарьи.
поскольку в системе Шанкарачарьи сначала у них их всех ачарьев называют Шанкарачарьи, там такой-то номер. И вот там было очередное Шанкарачарья, не настоящее, а какой-то последовательный какой-то. Давно достаточно было. В 800 году. И вот этот человек пытался повергнуть Сиддханту Мадхвачарьи. И вот они сидели на Маникарниканде Гате, на берегу Ганги. И вот тут начал опровергать всю Сиддханту Майавады. И случилось чудо. Мадхвачарья, он сам Хануман. И он очень знающий. Я могу вот в Рамнаваме. Я могу сказать о славе Ханумана и одно из его качеств. Он может передвигаться подобно ветру. И вот здесь говорится, Манудзавам, он может передвигаться со скоростью мысли, даже быстрее, чем ветер. И как ветер тоже может передвигаться, тоже быстро. Он лучший из всех разумных, разумнейший из разумных, но кто-то думает, что какая-то обезьяна, какой-то Хануман. И вот Мадхвачарья приводил множество аргументов. Тысячи людей сидели и слушали, и тем временем Вьясадев явился в небесах. Он был такого темного цвета, цвета тучи свежей. И вот он явился подобно туче и сказал, что для тебя невозможно опровергнуть Сиддханту Мадхвачарьи, его Пурнапрагья звали. И вот Вьясадев явился и сказал, что бесполезно с ним спорить, и он, ты все равно не переспоришь Сиддханту Мадхвачарьи, поэтому прекращай. И поэтому все, что написал Мадхвачарья, я могу показать, они все поддерживают Ачинтья Абхеда, Абхеда Татву, это основа Гаудия Бхаджана. И вот когда Мадхвачарья приходил сюда, в Навадвипдхаму, тогда Махапрабху явился золотого цвета. Я знаю, по какой причине ты пришел сюда. Я благословляю тебя. Я очень счастлив. Ту Сиддханту, которую ты проповедуешь, я очень доволен ею. Есть вот множество Сиддхант, кто их поймет. И вот ваш ум должен быть сконцентрирован на одном. Какова наша сила подсознания? И если мы стремимся к материальным наслаждениям, то лишаемся этой силы. Почему саду столь могущественны? Поскольку их ум он сконцентрирован. Кто-то может видеть, что делает что-то нехорошее, но если присмотреться повнимательнее, они все делают это ради Бхагавана, и все это хорошее. И вот таким образом Мадхвачарья, он ученик
Вьясадева, и Махапрабху благословил его, сказал, что я приму твою сампрадаю, чтобы утвердить сампрадаю. Основывать сампрадаю, это новый сампрадаю, это не обязанность Бхагавана. Она как бы новая, но нельзя сказать, что совсем новая, поскольку четыре авторитетных сампрадай, они вечно присутствуют, только проявляются в этом материальном мире согласно желанию Бхагавана в то или иное время. И вот так или иначе, вот чтобы утвердить сампрадаю, это не обязанность Верховного Господа. Но сампрадай начинает с какой-то великий преданный. И вот, но какие-то глупые люди, даже в нашей сампрадае можно наблюдать таких, они говорят, что у них нет связи с Мадхвачарьей, а сампрадая началась с Махапрабху, но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что хотя и те, кто заявляют так, таким образом, что те, кто хотят, они не могут доказать это, но попытаются что-то доказать, это неправильно. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, я могу показать им, что те, кто под именем Гауди Бхаджана внешне, они принимают прибежище в Гауди Сампрадае, но на самом деле они игнорируют нашу связь с Мадхвачарьей, они подобны демонам. Я могу показать в книгах Шрила Бхактивинода Тхакура. И вот он пишет там, что те, кто внешне принимают Гауди Сампрадаю и игнорируют Мадхвачарью, они демоны, не только демоны, а также они враги Гауди Сампрадаю. Еще читание Шикшамриту можно открыть, и там я покажу эти слова. Они враги Гауди Сампрадаю. И мы не должны иметь никакой связи с ними. Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит, много раз говорил, что те, кто опровергают, не принимают то, что мы из Мадхва Сампрадаи, то есть это их заблуждение. То есть те, кто заявляет, что Гауди Сампрадай не имеет связи с Мадхва Сампрадай, поскольку это наше Баладев Видьябхушан, он уже был в Мадхва Сампрадай. И вот он пришел к Гауди Сампрадаю, поскольку хотел обрести связь с Мадхва Сампрадаю. И вот они говорят, что наш Баладев Видьябхушан, он изначально был в Мадхва Сампрадае, но потом, когда ну, такая лила случилась, что он был побежден каким-то преданным с Ямананда Паривара, Дамодара Пандитом, не нашим Дамодара Пандитом, а их тезка его. И вот они заявляют, что мы не имеем связи с Мадхвачари. И что эта связь была установлена Баладевом Видьябхушаном, они хотят показать, что и вот из сочетания Чайтамрити говорится, что Махапрабху, когда достиг Уруби в процессе своего паломничества в Южной Индии, и вот когда он достиг Уруби, то Махапрабху хотел выразить какую-то лилу, он спросил, я хочу узнать о садан садья тату от вас. И тогда те ачарьи,
в Урупи начали говорить, что наша цель мукти и то, и то. Махапрабху хотел сказать: «О, вы видели, что я Майавади Саньяси, поскольку он принял внешний саньяси от Шанкар Сампрадая». Поскольку одна данда, каково значение одной данды, и пытаетесь понять нас, иначе мы... Что значит одна данда? Одна данда Шанкарачари, значит Ахам Брахмасми. И вот если Махапрабху принял одну данду в саньясу, что плохого в этом? Но обусловленная душа не может сказать, что я Брахма. Мы можем видеть наш предыдущий ачарья, как они все принимали одно дандаву саньясу, как Ишвара Пурипад, Мадхавендра Пури. Но это Экданда. Гурувага объясняет, что это одна дандавая саньяса. Если Мадхавендра Пурипад принял одну дандавую саньясу, это не значит, что он браман. Он такого никогда не говорил. Если бхакти есть, то он может служить Бхагавану, и Экданда. У них не было вот таких мыслей. Идея Мадхавендра Пурипада была Ачинтья Бьеда Бьедататва. Почему они приняли одну дандавую саньясу? Вот наша Гурувага объясняет. Они приняли эту одну дандавую саньясу, поскольку в то время было популярно. Других не было. Но преданные, принимая саньясу, не думали, что они брахман. Но в этой одной данде они видели три данды Кая Манаваки. И вот в этой одной данде те чистые преданные, как Ишвара Пурипад, они видели три данды. Они воспринимали, что в этой данде есть три данды Кая Манаваки. Тут контроль, я предаюсь лотосным стопам Верховного Господа телом, умом и речи. Это внутреннее значение саньяса. Махапрабху, он шутил с ними. И вот Махапрабху говорил: «О, я знаю, вы увидели меня, подумали, что Майавади, и поэтому не говорите мне о сокровенной сути своего баджана». И Махапрабху начал объяснять об Ачинтья Бьеда Татве, и ачарьи были удивлены природой Махапрабху в том, что он смирен. И вот Махапрабху, он попросил его научить чему-то, но в процессе он объяснил им великолепие Ачинтья Бьеда, Бьеда Татве. И вот ачарьи были удивлены, как это возможно. Он Бхагаван или нет? Он объясняет Ачинтья Бьеда, Бьеда Татва. Им уже было неудобно, они сидели, склонив головы. Наша Гурувага однажды. Только на эту тему я могу говорить. И вот то, что наша Гурувага говорит, то, что
Почему Махапрабху очень умно хотел дать им такой урок, поскольку тем временем они отклонились от пути Мадхвачари. И вот на самом деле Махапрабху, он хотел рассказать нам секреты нашего баджана, и все это поддерживается Мадхвачари. И вот они вынуждены были признать то, что делать Мадхвачари. Он хотел утвердить, что мукти — это наша наивысшая цель. Но где доказательства этого, если хоть одно свидетельство того, что это говорил Мадхвачари? Если есть мукти, но здесь неправильное понимание этого слова мукти. Мукти значит служение лотосным стопам Вишну, а не просто какое-то дешевое освобождение. Махапрабху хотел утвердить, что мы все отклонились от пути Мадхвачари. И в нашей собственной сампрадае кто-то может разгреваться. И вот могу показать, что кто-то какую-то отдельную группу создает, они отклоняются от пути с этих Мадхвачари, что говорить о каких-то людях на Радакунде, которые захватили какую-то землю, заявляют, что они живут на Радакунде. И все самое Шрила Прабхупада говорит, что у него нет права жить на Радакунде. И вот здесь тоже, ну как там, даже можно видеть, что люди, живущие на Радакунде, не имеют никакого представления, они видят только плоть и кровь и какие-то испражнения. И здесь также на другой стороне реки тоже можно видеть люди, заявляющие о том, что они последователи Махапрабху, не имеют никакого представления о его учении, о его характере, в общем, одни сахаджи там говорят какую-то ересь, обучение Махапрабху и прочее. В общем, одна имитация и подражательство. Если посмотрите их книги, они полны заблуждений. Не относятся это ни к Рупе, ни к Санатане, ни к Бхактивинаду, ни к Мадхвачари, ни к Махапрабху. А что какая-то непонятно, что там. Одна ересь. А что такое проповедь? Проповедь — это говорить о том, что мы услышали от нашей Гурварги. Проповедь значит. Здесь нужно смотреть на то, кого Бхагаван принимает. А, поскольку можно часто видеть какие-то знаменитые проповедники, не имеют никакой связи с Бхагаваном, а нужно смотреть на тех, кто имеет связь с Бхагаванами, кто благословен свыше. И вот сейчас, если вы не верите мне, можно
куда-то пойти даже в нашу сампрадаю. Что даже в нашей сампрадае под именем Махапрабху мало кто готов говорить об абсолютной истине и в то же самое время заявляют, что они следуют Махапрабху. И если какой-то ачарья в Упи отклонился от пути Мадвачарьи, бывает такое, и они заявляют, что они из сампрадая Мадвачари. И также можно увидеть на примере Рамануджа Ачари. Можно увидеть. В 17-м этом ачарьи их преемственность прервалась. Вот где был Рамануджа Ачарья, если посмотреть на его сиддханту, это было Вишишта Адвайта Вада. И то, что посмотреть, что сейчас происходит, совсем другое. Цели другие, философия другая, все другое. Одно название Трамушачари осталось. И вот так можно наблюдать в случае сампрадаи Мадвачари, да и в нашей сампрадае такое можно наблюдать, что кто-то отклоняется очень сильно. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура, он заявляет, провозглашает. И вот Бхактивинода Тхакура открыто заявил, что те, кто заявляют, что у них есть связь с Мадхвачарьей, что я нахожусь в Гаудия Сампрадае, но они хотят отказаться от связи с Мадвачари, то Бхактивинода Тхакура открыто говорит про таких людей, что они худшие враги Гауди Сампрадаи, они падшие души. И нам не нужно иметь никакой связи с ними. Мы пойдем. Сатсанга, сатсанга, будьте осторожны. Малейшая сатсанга. Она станет, может стать причиной нашего падения. И таким образом, это очень обширная тема. Мадвачари, значит, океан. Наш Джива Госвами Пад, я могу показать, если открыть Сандарбхи, то все Веданта Вакья. Все это написано Джива Госвами Пады. И там можно найти, как они молятся лотосом стопам Мадвачари. Если специально кто-то хочет отказаться от этого, то я не отвечаю за них. Здесь нужно будет смотреть именно в настоящих оригинальных книгах. И там, перед тем, как писать комментарии, наш Джива Госвами Пад, он возносит молитвы лотосным стопам Мадвачари. Баладе Видибушан, он тоже молится лотосным стопам Мадвачари. И вот этот термин бритхавайшнав. Бритхавайшнав значит не старый, а бритхавайшнавой. Значит, внешне выглядит, что Джива Госвами Пад хочет сказать, что те, кто старые, преданные, но здесь как бритха шив в параматале, значит знающие. И вот Джива Госвами Пад пишет, что наш Мадвачарья здесь написано, что
под их руководством я принимаю прибежище. Я пишу о всех сокровенных, о всей сокровенной Сиддханте. И если вы хотите оборвать связь с Мадхвачари, то это ошибка, большая ошибка, поскольку наша сейчас люди больше приоритет уделяют тому, что им нравится или не нравится, а они не думают о парампаре, о Сиддханте. И мы должны быть очень осторожны. И вот. Амная Праха. Веда — это единственный изначальный источник всего знания. Из него Веда, Веданта, Упанишад, Бхагаватам исходит. И вот Амная, значит, в наставнической преемственности мы обретаем то же самое изначальное знание, которое было во времена Бхагавана Шри Кришны, поскольку мы следуем Вьясадеве, так или нет. Если мы следуем Вьясадеву правильно, то обретем ли мы то самое изначальное знание или нет. Кто-то может сказать, что Вьясадев давно ушел, но какая польза? Толк от парампары какой? В том, что она сохраняет первозданное учение. И вот парампара, значит, то самое изначальное знание приходит к нам без всяких искажений. У кого-то есть какая-то власть, какие-то деньги, но перед тем, как спорить со мной, нужно понять. Кто-то выражает почтение какому-то ачарье, но какому-то проповеднику, но хорошо бы выяснить, следует ли он своей гурварге или нет. Относительно Баладев Раса, вот они пишут всякую ересь. В 2002 году я был во Вриндаване. Махарадж читал Бхагаватам, тысячи шлок. И вот эти люди показали мне вот в прошлом году. Ну, в общем, какую-то книжку написали, где говорится о том, что Баладев совершает расу с гопи Кришны. А я сказал, что в нашем матхе даже пятилетний ребенок может понять эту сиддханту, что Баладев танцует со своими гопи, а не с гопи Кришна. Тут какой-то ачарья уже многолетний, достаточно пожилой, и то этого не понимает. Баладев и Бушин, еще на Чакравати, они все говорят обратно, а тут написали не то. И если внимательно посмотреть, то цель таких проповедников — обмануть людей, а не проповедовать, чтобы обрести какую-то дешевую славу. Мне очень стыдно за них. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, те, кто специально пытаются разрушить нашу связь с Мадхвачари, они и Майвади, по сути. И таким образом у нас есть наше право сказать, что мы в преемственности Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, мы можем
сказать, ну, что могу сделать. И вот только мы должны говорить мало, нужно еще показать своими действиями, своим характером. Просто говорить без дела этого мало. Сейчас будет перевод. Махараш рассказывает историю про человека, который пришел вроде бы служить, он пытался захватить Гошалу. В общем, ничего не получилось, ушел. Хотя Махараш спросил его прийти с пустыми руками, а не пытаться там подкупить всех вокруг, чтобы захватить Гошалу. This is my situation, painful situation. No acharya can come with me. They cannot say, they have no power to speak, Maharaj is speaking all right. No, they cannot speak. You can't send, they cannot speak. Because I'm speaking about naked truth. So, to speak anything about Madhvacharya. И вот если мы говорим что-то о Мадхвачарье, Гаудия Сампрада, и, в общем, Шрила Бхактивинода Тхакура написал эту шлоку, это суть всей Гауди Сиддханты. И что эта шлока значит? Амная значит наша преемственность. И какова польза от наставнической преемственности в том, чтобы мы можем обрести учение Махапрабху в первозданном виде. Мы можем обрести учение Гуранги Махапрабху, Читания Махапрабху в первозданном виде. Вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Мы можем обрести подлинное учение от Шрила Бхактивинода Тхакура, от Шрилы Госвами Махараджа, от Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Я вот Шрила Бхакти Прамода Пуридев Госвами Махараджа, поэтому я очень горд, я очень рад, что это Махапуруш, великий духовный гигант Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа примет меня, хотя я под всей душа. И он примет меня, я очень рад этому. Я очень благодарен, но я никогда не хотел злоупотреблять его благой волей. Если я прошу вас 100 грудов Рупа Госвами Пада, 100 грудов Санатана Госвами, кто может ответить? Поскольку они никогда не заявляли, что мы ученики такого-то, такого гуру. Сейчас, к сожалению, можно видеть, что некоторые люди следуют какому-то гуруизму, прикрываются именем своего гуру. We don't like Guru. Actually, we don't like Guru. We are Mayavadi.
что люди, по сути, майвади, но прикрываются каким-то великим гуру, чтобы обрести часть его славы. Но чистые преданные никогда не говорят так, что я там ученик такого великого гуру, давайте денег быстро и прочее. Нет, они не говорят об этом, но весь мир, видя их поведение, их характер, их идеализм, их сиддханту, они спросят, кто же ваш гурудев. Люди станут заинтересованы в том, чтобы выяснить, если ученик столь могуществен, то кто же его гуру. Мы хотим узнать, а не то, что ученик сразу начинает заявлять, что я ученик такого великого гуру. Столько всего запомнил, давайте слушайте, давайте деньги и прочее. И как можно наблюдать? Мы должны понять, кто есть кто, понять падшее состояние падших душ и самосознавших себя душ, чтобы видеть, за кем ну, мы должны следовать, мы должны обнаружить свое собственное положение. Если мы не обнаружили, где мы находимся, то как мы можем следовать дальше? Махараджа, какие-то преданные пишут большие письма, Махарадж читает, объясняет, отвечает, просит слишком большие песни, слишком большие эти письма не писать, как-то кратко. Я был очень счастлив получить их письма, потому что они пишут искренне, ничего не скрывают. Я думаю, что такие люди сегодня или завтра, они получат милость Верховного Господа. Я живу по милости Гуру-варги. И таким образом, сегодня конец. И вот это Амная, Веда, Веданта, все остальное, это то, что мы получаем от Гуру-варги. Это то, что снисходит. Амная Татва – это то, что снисходит к нам из нашей наставнической преемственности. Хари – он контроллер, он повелитель бесконечных энергий, бесконечных шакти. Он тот, кто… Я говорил об одной шлоке с Бхагаватам. Веда, они олицетворенные веды, они возносят молитвы Бхагавану в процессе этой Чатурмаси. Бхагавану во время Чатурмаси спит, но не как мы, он находится в йога-нидре. И мы не молимся, чтобы Бхагаван забрал свою майю, иначе мы слепы из-за нее, мы не можем ничего видеть майя. Препятствует тому, что мы видели, чтобы мы увидели абсолютную истину. Может, мы видим как-то частично ее, но Майя постоянно покрывает эту истину. И вот Бхагаван, он источник всех энергий, всей шакти. Mm-hmm.
И вот те тонкие, малые души, не забывайте, слушайте с неотрывным вниманием. Это огромный океан Гаудия философии. И вот здесь говорится. И вот Амная, и те души дживатмы, они татаста шакти, и поэтому они находятся под влиянием майи, пракрити, но все же они могут избавиться от майи, хотя находятся под влиянием майи, но все же они могут избавиться от влияния этой майи. У них есть способность избавиться от влияния майи. Есть такая возможность. Все деревья, все, что мы видим, все, что мы и не можем видеть, все одновременно, едино и отлично от Бхагавана. Все это в какой-то степени отлично и не отлично от Бхагавана. Все, что мы видим. Все это Хари. И наша связь с Хари — это Ачинтья Бхеда Бхеда. Мы одновременно едины и отличны от него. Мадхвачарья говорил об этом также. Времени мало все говорить. Вот Махараджи там идет, начинается строительство этого бенгальского центра. Сейчас Махарадж пойдет, проведет пуджу и начнется все. И все расы прямо или косвенно, они исходят из единого источника. И вот сочетание Махапрабху дает нам, говорит, что обрести Кришну Прему — это наша наивысшая цель. Это наивысшая цель в жизни душ. И вот на сегодня конец.